Так, всем здорово. Сегодня будем готовить курицу тушеную в вине. Для этого нам понадобятся куриные грудки, куриные голени, таманское вино. Да можно взять любое, в принципе. Белое, да, вино. Два кабачка, одна луковица, морковь, сельдерей, перец и соль. Ну и оливочку. А это наш дружище. Котишка. Итак, поехали. Все, мы разделали наши грудки, сняли с них кожу. Тут наши голени откисают. Мы их будем делать прям со шкуры. Сейчас все это еще раз промоем и будем обволакивать в муке со специями, соль и перец. Потом все дело будем обжаривать на сковородке минут 10. Все, вымыли нашу курицу, теперь будем заполнять ее мукой. 2 столовых ложки. Это мало, 3 давай. Вот дофига. Ну так хватит. Ну, наверное, хватит. Теперь давай соль, перец. Добавляем соли. Столько хватит? Больше надо. Там 1,5 килограмма. Еще столько же. Столько. И перца. Ну, наверное, вот столько как-то. Дальше мы все. Все, сейчас будем перемешивать все это дело. Все, кое-как обваляли нашу курицу. Теперь попробуем все дело выложить. Слишком много муки, я думаю, не надо, поэтому как-то так. Кот настойчиво просит курицу. Да. Подонок. Хотя мы его только что покормили. Это норма. Ну вот как-то так. Стараемся заполнить всю сковородку. Да, если есть побольше, берем побольше. Но она же еще будет ужариваться. Результат покажем чуть позже. Да. Все, подготовили наши овощи. Лук кубиками, как можно меньше. Морковь такими половинками. Кабачок тоже. И сельдерей как можно мельче. Как-то вот так. А сейчас ждем, пока курица обжарится, а то у нас дофига его, сковородка маленькая. И дальше вы все увидите. Решили переложить нашу курицу в кастрюлю, потому что реально не умещается. Вот этот жир с водой тоже слили. Нет, мы оставим и на нем. А, обжарим? Лучше слить. Да. И сейчас мы добавляем еще немножко маслица. Будем пассеровать лук. Без моркови? Просто лук? Да, просто лук. Окей. Такой. Все, наш лучок чуть обжарился. Теперь дропаем его в эту кастрюлю. Большую самую, которая у нас есть. К нашему коку. Коку, да. Это блюдо на самом деле называется кок овен. Да, но название мне понравилось. Петух в вине. Как-то вот так, да. Теперь берем 500 миллилитров винища. Давай, щегол. Вот у нас есть мирная такая байда. Хорошо. Не знаю, видно, но короче видно вроде. Это вот этот 500, по-моему, или нет? Сейчас узнаем. Стоп. Нет, это не 500, нет, а значит вот это 500. Вот. И осталось 500 миллилитров. Теперь это добро выливаем вот сюда. И еще водички добавляем чуть-чуть. Во. И еще чуть-чуть. У нас курица кто? Хорош, хорош, хорош. 1,5 килограмма. Да. Все, теперь все это дело размешиваем и тушим. Дальше вы увидите. Все, прошло минут 20-25. Сейчас будем дропать все это сюда. Опа. Нашу овощную смесь. Да. О, еще мешать надо. Прям какой-то суп получается, не знаю. Надеюсь, будет вкусно. Все, прошло еще сколько? Минут 30, да? Да.
Протушили все овощи, сейчас будем выкладывать. Давай. Пробуем. Насыщенно получилось. Запах обалденный. Давай ножку цепанькуйся. Овощи еще? Чуть-чуть еще можно. Столько. Все, сейчас будем пробовать. В общем, так, все было офигенно. Мы, как видите, все схавали. Но когда эта вещь еще настоится, будет еще круче, как бы. Всем спасибо, до новых встреч.